Из года в год центральной площадкой дня рождения металлостроя становится площадь перед Домом культуры имени Маяковского. В честь праздника здесь возвели большую сцену. Поставили многочисленные палатки с сувенирами, воздушными шарами и сладостями, а также аттракционы для самых юных жителей поселка. С погодой, правда, не повезло. Перед началом церемонии шел сильный дождь. Однако природа не помешала. Праздник начался в запланированное время. Очень хочется, чтобы никакие погодные явления не влияли на настроение людей, живущих здесь и работающих здесь, чтобы было действительно хорошее такое доброе развитие этого поселка, чтобы промышленные площадки развивались, чтобы развивалось и жилищное строительство, и социальная сфера. Лучших металлостроевцев наградили памятными подарками. Официальные поздравления сменялись творческими. Выступали как детские коллективы района, так и профессиональные артисты. А в разгар праздника на площадь с вертолетов посыпалось разноцветное конфетти. Своим названием поселок обязан металлургическому заводу. Его начали строить в 1931 году, в эпоху индустриализации. И сегодня промышленность и наука играют заметную роль в жизни металлстроя. Развитие промзоны, переезд крупных предприятий из Петербурга – один из масштабных городских инвестиционных проектов. Без развития транспортной инфраструктуры должного развития промзоны металлострой не получат. И мы этим сейчас очень серьезно, плотно занимаемся. Причем не только для того, чтобы развивать промзону, но для того, чтобы в том числе и вывести весь грузовой транспорт с территории поселка. Потому что жителям жить с транзитом грузового транспорта, представляешь, не очень комфортно. День рождения металлостроя завершил фейерверк. Артем Поттер, Руслан Бичурин, новости Колпинского района.